चन्दनश्लाघया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय प्रदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो अजानुलम्बितभुजो कनकावदातु सङ्गीतनैकपितरो कमलाय चक्षु विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतार श्रीनित्यानन्द प्रभु की जय सचिनन्दन गोहरी की जय श्री नन्दनाचार्य की जय श्री नन्दनाचार्य भगवान की जय जय प्रेमानन्दे Hare Krishna. By the causes mercy of Sri Guru and Gauranga. Обеспеченная милости Шри Гуру и Гауранги. As we perform Navadvip Dham Parikrama of Antardvip. Совершая наш Navadvip Dham Parikrама по Антардвипе. Now we have come to this supremely pure transcendental place. Мы прибыли к этому чрезвычайно чистому трансцендентному месту. Нандана Ачарья Бхаван. Нандана Ачарья. Нандана Ачарья. Дом Нандана Ачарья. Нандана Ачарья Бхаван. Нандана Ачарья was born into a family of a Brahmin astrologist. Нандана Ачарья родился в семье потомственных астрологов, брахманической семье. You know that he was actually lame. It was very difficult for him to walk. С детства он мало передвигал, был хромым. But still, he was very enthusiastic in kirtan. Но все же в киртанах всегда. So no excuses. Проявлял чрезвычайный энтузиазм, поэтому ни у кого из вас нет никаких оправданий в том, что вы не танцуете. When Mahaprabhu was returning to Puri from South India. Когда Чайтанья Махапрабху возвращался из Южной Индии обратно в Джаганатха-Пури. And the devotees in Puri heard that he was coming. They all ran to meet him, but Нандана-ачарья was first. He was in the front. Все жители Пури, все преданные, узнав, что Махапрабху возвращается, побежали встречать его на главную дорогу. Но впереди всех бежал хромой Нандана-ачарья. This is an anubhava of his love, his deep attachment for Chaitanya Mahaprabhu. Вот это проявление его внешняя реакция, проявление его глубочайшей любви к Шри Чайтанье Махапрабху. So this is a very special place. Это особое место. It is situated in Isodhyan. That means a very beautiful garden wherein Shri Chaitanya Mahaprabhu performs his madhyanic lila, midday pastimes, when he's doing kirtan and meditating on in the mood of Radhika meeting with Krishna at Radhakund. Это место расположено в трансцендентном саду Исадьяне, в котором Чайтанья Махапрабху проводит свои мадьяник лилы, полуденные лилы, в которых он медитирует на настроение и состояние Шримати Радики во время ее встреч с Кришной на Радха-Кунде. И все эти удивительные лилы Радхи и Кришны, которые проходят на Радха-Кунде во время их мадьяник лилы. Это происходит в нити лилах Чайтаньи Махапрабху. Но сейчас мы вернемся к пракат лили лилам, которые проявились на этой земле во время явления Шри Чайтаньи Махапрабху. This is a place where Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, and even Mahaprabhu himself, they used to come to hide. Это место, на котором прятались Нитянанда Прабху в свое время, Адвайта Ачарья, даже Чайтанья Махапрабху. Тут это было место для них излюбленное спрятаться от всех. You see, Nityananda Prabhu, he's about 12 years older than Chaitanya Mahaprabhu. Нитянанда Прабху приблизительно на 12 лет старше Чайтаньи Махапрабху. Он родился в Экачакре. And when he was a boy, one sannyasi visited him and begged from his father
a donation, give me your son. Когда он был еще маленьким кувером, то один саньяси, странствующий монах, он погостил в доме его отца и потом попросил себе в качестве сувенира сына забрать с собой. So then, Nityananda Prabhu went traveling with him all over India for years and years. Маленького Нитянанда Прабху отдали этому странствующему саньяси, и вместе с ним он путешествовал по всем сакральным местам, по всей Индии. В течение приблизительно 20 лет он странствовал. So, after the passing away of Jagannath Mishra, the father of Nimai Pandit. После ухода из этого мира Джаганнатхи Мишры, отца Нимай Пандита. Nimai, actually quite some time later, he went to Gaya to offer oblations for his deceased father when he was 22 years old. Уже гораздо позже, когда Нимай Пандиту было 22 года, он отправился в Гаю совершить ритуал Шрадхи для своего усопшего отца. And there he received the Харинам and Дикша from Сила Ишвара Пурипада. И там он получил Харинаму и Дикшу, духовную инициацию от Шилы Ишвара Пурипада. And after that, Nimai Pandit became, not Nimai Pandit, but Rasik Nimai, Bhavuk Nimai, always overwhelmed with ecstatic love for Krishna. Из того времени его лилы учености подошли к концу, и он преобразился и стал Бхавук Нимай, Расик Нимай. And he came back to Navadvip. Стал преданным, вернулся в Навадвипу. So some pilgrims who were in Gaya and saw Nimai Pandit's ecstatic transformation, they went to Vrindavan. И некоторые паломники, которые были в Гае и стали свидетелями удивительных экстатичных духовных эмоций Чайтаньи Махапрабху, они отправились дальше во Вриндаван. А в то время Нитянанда Прабху совершал Брадж Мандал Парикраму. And he was wandering around Braj, crying, Kotai Kanai, Kotai, oh Kanai, my brother, where are you? Он бродил по Браджу и рыдал. Канай, Катай, Канай, где же мой дорогой брат Канай? Because he's the incarnation of Balaram. Так как Нитянанда Прабху, это сам Баларам Прабху. Krishna and Balaram are inseparable. Кришна и Баларам неразлучны. But how is it now in this lila they have become separate? Как так случилось, что в этой лиле они вдруг разлучились? Nityananda Prabhu weeping used to embrace the cows. Oh, where is Krishna? Have you seen my Канай? Рыдая, Нитянанда Прабху прижимался к коровам Браджа и спрашивал их, вы не видели моего Каная? He would roll on the ground and faint in separation. Он катался по земле, рыдая от чувства разлуки. So some pilgrims who had been in Gaya, they told him, "Oh, Krishna has appeared." И те самые паломники, которые одновременно с Чайтаньей Махапрабху были в Гае, сказали Нитянанде Прабху, just in Gaya. Кришна вернулся на землю. Мы сейчас были недавно в Гае. And now he's gone back to Nadia Navadvip. И видели его там, и мы знаем, что сейчас он находится в Навадвипе. And he's inundating everyone in ecstatic love through Nama Sankirtan. Он наполняет сердца всех людей экстатичной любовью посредством Нама Санкиртаны. So then Nityananda Prabhu from Braj Mandal on foot he set out. Oh, my Kanai is in Navadvip. I must go there at once. И тогда немедля пешком из Браджа Мандалы Нитянанда Прабху отправился в Навадвипу, думая, если мой Канай там, то я обязательно найду его. So in the meantime, в это время Чайтанья Махапрабху was in the Шривасанга. Чайтанья Махапрабху находился в Шривасангам. He told his associates, very soon, in a few days, a great personality, a Mahapurush, will come to Navadvip. Обращаясь к преданным, он сказал, через несколько дней великий вайшнав, великая личность придет в Навадвипу. Watch out! Поэтому будьте бдительны. So they, no one knew what to expect. Who will come? И он предрек это, и все преданные находились в таком предвкушении, ожидании, не зная, о ком идет речь, кто придет в Навадвипу. In the meantime, Nityananda Prabhu arrived in Navadvip. And when he came here, then Nandan Acharya, seeing this great personality, invited him, please stay in my home. Через несколько дней Нитянанда Прабху прибыл на Навадвипу, и Нандан Ачарья, повстречав Нитянанду Прабху, пригласил его к себе в гости. So Nityananda Prabhu was staying here. И Нитянанда Прабху поселился тут. And no one knew except for Nandan Acharya. И кроме Нандан Ачарьи никто не знал о новоприбывшем Нитянанде Прабху. In the meantime, Mahaprabhu was in Шривасангам. With his associates, and he made an announcement to them all. И в это время, находясь в Шривасангам, Чайтанья Махапрабху обратился к своим спутникам.
He said, last night I had a wonderful dream. Сказал, прошлой ночью мне приснился удивительный сон. I saw a golden chariot. Я увидел во сне золотую колесницу. With a flag, and on the flag was a tall tree, a palm tree. И над этой колесницей развивался флаг с изображением пальмы. And riding on the chariot was very tall and strong, muscular person, like a wrestler. И на колеснице восседал очень красивый, статный мужчина, подобный борцу. He was wearing blue silken cloth. На нем была темно-синяя шелковая одежда. He was carrying a plow. На плече у него лежал плуг. He had an earring in one ear. В одном ухе была серьга. And his mood, oh, it was just as seeing him, one remembered Rohini Nandan Balde. Просто при виде этого мужчины я тут же припомнил Рохини Нандана Баларама. So the chariot pulled up outside my home. Колесница подъехала к моему дому. And he was calling out, is this the house of Jagannath Mishra? Этот мужчина громко стал кричать, это дом Джаганната Мишры? Is this the house of Nimai Pandit? Это тут живет Нимай Пандит? Many times, is this the house of Nimai Pandit? Это дом Нимай Пандита? So I came outside. Я вышел на улицу. I said, yes, yes. Я ответил, да. This is my home. Who are you? Да, это мой дом, а вы кто? And then that effulgent personality jumped down from the chariot, he said. I am your brother, and tomorrow we will meet. Тогда этот мужчина соскочил с колесницы и громко сказал: "Я твой брат, и завтра мы повстречаемся." Oh, Srivas Haridas. Махапрабху сказал: "Srivas Haridas." A great personality has come to Navadvip. Try go and find him. Я знаю, что великая личность уже тут в Навадвипе, поэтому скорее отправляйтесь и найдите его. So then Srivas and Haridas, they were going everywhere asking people, but they didn't come here. Преданные пошли по разным домам, расспрашивали всех местных жителей, но сюда они не заходили. So after some time they came back and said we could not find any Mahapurush. Позже они вернулись, читали Махапрабху и доложили, что никакого Махапуруша мы не нашли в Навадвипе нового. Then Mahapu just smiled. Махапрабху в ответ просто улыбнулся им. And at once he got up and from Shiva Sangha he walked directly here with all the devotees. Сам встал и направился сюда в этом направлении в этот дом, и за ним следовала толпа преданных. So when all the devotees came through the gate here. И когда все преданные зашли за читание Махапрабху сюда во двор дома. Nityananda Prabhu was sitting in meditation. Они увидели, что Нитянанда Прабху тут сидит в медитации. And he was shining like a million suns. Сияя подобно миллиону солнц. And he was laughing also when he meditated. И во время медитации он что-то себе ухмылялся, там похихикивал. Because he's relishing the sweet pastimes of Vrindavan. That's Balaram. Так как он вкушал сладкие лилы. So when Mahaprabhu and all the devotees saw him from far away, they all bowed down. They gave. Издалека увидев Нитянанда Прабху, Чайтанья Махапрабху тут же поклонился, и все преданные последовали ему его примеру. And with great astonishment, Mahaprabhu approached his brother. И с великим удивлением Махапрабху стал приближаться к своему брату. And then Nityananda Prabhu, when the fragrance of Mahaprabhu came in his nostrils, then he opened his lotus eyes. И когда он приблизился, Нитянанда Прабху вдохнул аромат тело читания Махапрабху и тут же открыл глаза. And he stood up and he looked into the eyes of Mahaprabhu. Он встал и посмотрел в глаза читания Махапрабху. And both of them, they were weeping, tears were streaming down their faces. И слезы струились из глаз обоих. All the devotees were crying. Все преданные тоже были растроганы, все расплакались. We cannot imagine what such beautiful love they feel, Gaur and Nitai feel for each other here, meeting for the first time, being Krishna and Balaram who had been separated. Как сложно объяснить вот эту удивительную насыщенность этих трансцендентных чувств братской любви Кришны и Баларамы, которые после долгих лет разлуки снова на земле повстречались в этих ипостасях Нитянанды и Гауранги. Krishna and Balaram, every day they used to go to play in the forest. Каждый день Кришна и Баларам вместе играют в лесу. Shukadev Goswami has described one day Krishna was walking through the forest and holding hands with Balaram and saying, "Oh, look at the beautiful trees; they're all bowing down to you." Shukadeva Goswami описывает, как однажды гуляя по лесу, Кришна взял Баларама за руку и сказал: "Ты посмотри, как все деревья кланяются тебе, Баларам." Oh, Balaram, the bumblebees are singing your glories. Посмотри, все шмели поют о твоей славе. Danyeya madra darani trinaviru dasat padas prishu
Druma lata kada jabi mristaha na drudraya kaga mrida sadaya valoke gopyandarena antarena bujayo apiyas brihasrihi. Krishna said, oh Balaram, Krishna. Today the earth has become fortunate. Krishna сказал Баларам, сегодня земля стала удачливой. And the grass has become fortunate by the touch of your lotus feet. И каждая травинка была благодетельствована тобой от того, что ты прикоснулся к ним своими лотосными стопами. So all the grass is standing on end because the earth is in ecstasy by the touch of your feet. Вот эта травка это как волосы, которые стали дыбом на теле матери земли. And oh, the trees and the creepers on the trees. When you nip some flower from the creeper, touching with your fingernails. So the trees and creepers have become fortunate by the touch of your fingernails. Смотри, как радуются деревья, все лианы от того, что ты щипывал цветочки своими ногтями от них, и они все ликуют от восторга от твоего прикосновения. And the mountains have become fortunate because you play in their caves. А горы стали удачными, потому что ты играешь в пещерах. And the rivers have become fortunate because you jump in and play. А реки стали удачливыми, осчастливленными, потому что ты плаваешь в водах. And the deer and the birds have become fortunate, Balaram, because you're glancing at them with your compassionate glances. А птицы и олени, все животные стали счастливыми, потому что ты так благосклонно смотришь на них. And the dark creepers, there are some dark creepers called gopya. И гопья, темные лианы. They are most fortunate because you embrace them. Самые удачливые, потому что ты обнимаешь их. And that benediction to be embraced and held to your chest is even desired by Lakshmi Devi, goddess of fortune. Вот это возможность такого общения тесного с тобой, как принимать твои объятия, это то благословение, которое ищет сама, добивается сама Лакшми Деви. So by saying this, the goddess of fortune has desires your embrace, Balaram. Krishna has actually revealed what he was really speaking about. И сказав эти слова, что Лакшми Деви жаждет твоих объятий, Кришна выдал себя, он проговорился, потому что он говорил сам. There's no place in Shastra where it says Lakshmi Devi, she wants to meet with Balaram. Это неслыханно, никто о таком не знает из Шастры, что Лакшми Деви хочет повстречаться с Баларамом. Касьяна Бабуся на Деви Видмахе Тавангре Номас Парашадикараха Ядванча Ашрила Лалачатта Повияя Камам Сучирам Дадабратаха. Oh, it is the Nagapatnis, they said, even Lakshmi Devi, she left everything to get the dust of your lotus feet, Krishna. Это Нагапатнис, жены Кали, говорят, что даже сама Лакшми Деви оставила все, чтобы попрести пыль с твоих стоп, Кришна. So why is Krishna saying, Balaram, Lakshmi Devi wants? Из чего Кришна вдруг придумывает, что Лакшми Деви хочет оказаться в объятиях Баларама? Why is Krishna saying, today, Balaram, the earth is fortunate by the touch of your lotus feet? Почему? Was the earth not touched by his lotus feet yesterday? И что сегодня Кришна навлекло на такое поэтическое настроение, что сегодня земля стала удачливой от прикосновения твоих стоп, Баларам? Что, вчера по ней не ходил Баларам? So what is Krishna talking about? О чем тут вообще Кришна говорит? You see, in Vedic culture, actually anyone who has any culture, в ведической культуре или даже в любой культуре, если у кого-то есть какая-то культура. It's not considered polite to glorify yourself. Считается некультурным себя хвалить. It's very uncultured. Очень неприлично хвастаться и прославлять себя. But считается дурным тоном. On that day, Krishna had snuck away from the calendar and met with Srimati Radharani for the first time. Но что произошло в этот самый день? Кришне удалось убежать от мальчиков и тайком повстречаться с Шримати Радарани в первый раз. And now he came back with the coward boys. И сейчас он снова вернулся к пастушкам. Krishna was feeling so pleased with himself. И он на седьмом небе от счастья находится после этого свидания. He just had to say something. И он так доволен, ему хочется что-то с кем-то поделиться как-то. But then he realized it's not very polite to speak about yourself. Он понимает, что это не культурно так. So he said, "Oh, Balaram, today the earth is fortunate." И поэтому он решил это все перевести на Баларам. Сегодня земля удачливая. Ты видишь, ты осчастливил землю своими стопами, Баларам. That really means. На самом деле, он хочет сказать. Today the earth is fortunate because it touched by my feet, but my feet have kumkum on them. Он хотел на самом деле сказать, что земля осчастливлена моими стопами, которые покрыты. Yesterday no kumkum. So. Кумкумой тело радики. То есть вчера там кумкумы никакой не было, вот сегодня впервые на стопах Кришны есть кумкума, и вот он хочет, чтобы все об этом знали.
So in this way, in a covered way, in great ecstasy, Krishna's joking with his brother Balaram. И вот это не выдерживает этих чувств, но вот это за наплывы чувств Кришна шутит так с Баларамом. Gopyantarena means dark creepers, but also means, oh Balaram, the gopis have been embraced by your arms and held to your chest. Gopyantarena, что значит темные лианы, но также значит гопи, обвитые твоими руками, которых ты прижимаешь к своей груди. But actually, it didn't happen, so he's actually just joking with Balaram. Никого не обнимал. То есть опять Кришна говорит о себе. But by Vyanjan Vritti, he's remembering his own pastimes. То есть он думает о своих собственных похождениях, и это все проецирует на Баларама. The touch of the fingernails on the creepers means Braj Gopis. То есть Кришна думает о своей встрече с Брадж Гопи. Braj Gopis are like creepers. Braj Gopi подобны лианам. Braj Gopis are like rivers of love. Они подобны рекам любви. Braj Gopis are like mountains. Они подобны холмам. Braj Gopis are like deer with beautiful doe eyes. Они подобны прекрасным оленям. But brain cannot be expressed directly. Любовь невозможно выразить напрямую. Who can imagine how sweet is the loving relationship between Krishna and Balaram? Кто может себе даже представить, насколько сладкие отношения связывают Кришну и Баларама? Balaram is elder brother, so Krishna is somewhat shy in front of him in regard to Madhura, so he cannot say anything. Так как Баларам старший брат, Кришна смущается говорить с ним о Мадхуре и как скрывает свои отношения с Гопи от Баларама. Oh, Radharani, she has so much love for Balaram, being the elder brother of Krishna. A wife has to give pranam to the elder brother of her husband. So Radhika feels like that towards Balaram, but because they're not married, then Radharani gives obeisances to Balaram from a hidden place. Так как Радика влюблена в Кришну и относится к Кришне как к своему мужу, а девушке нужно с уважением относиться к старшему брату мужа. Поэтому Радике очень хочется почитать Баларама, кланяться ему, но она не смеет делать это при других. Поэтому она тайком где-нибудь издалека кланяется Балараму, выражая ему почтение как старшему брату ее мужа Кришны. И вот это проявление паракии, этой скрытой любви Радхи Кришны. So loving, so inseparable, who have been separated in this Gauralila, they're looking into each other's eyes for the first time. Вот эти два брата, которые находились так долго в разлуке, на этой земле впервые после стольких тысяч лет встретились в этой Гауралиле и смотрят друг другу в глаза. О, Канай! Канай! Балай! Балай! So, Nimai Pandit, he wanted to reveal to the rest of the devotees the identity of this avadhut person. Nimai Pandit хотел дать понять всем другим преданным о том, кто этот авадут перед ними, кто эта личность. So he turned to Srivast Thakur. Поэтому он повернулся к Srivast Thakuru. And he said, "Oh, recite the verse." Сказал, произнеси. Шлока паро. Скажи стих. And then what did Srivast Thakur say? И что произнес Srivast Thakur? Bahapidam natavaravapuh kanayo kanikaram vibratvasakanaka kapisham vajayantim chamalam randranveno adhara sudhaya purayan gopavrinde vrindaranyam svapadaramanam pravisadgitakirti. The best verse in 18,000 verses of Srimad Bhagavatam describing the Rupa Madhuri of Sri Krishna. Jan Rupa, это лучший стих из всех 18,000 стихов Srimad Bhagavatam, описывающий форму Кришны. In the morning time, Krishna with his friends and the cows, they're leaving the village and going to the forest. Утром Кришна вместе с друзьями и всеми коровами готовится уйти из деревни. How do Braj Gopis see them at that time? Как воспринимает их Браджа Гопи в этот момент? Bahapidam natavaravapuhu. Krishna, his body is like a natavara, that means decorated most beautifully, like the before a Vedic drama takes place. Then a beautiful dancer comes upon the stage, dressed with so many flower garlands and ornaments. Natavarava Puhu, что Кришна выглядит как прекрасный танцор. Перед началом ведической драмы обычно на сцену выходит очень красиво наряженный актер-танцор. И вот Кришна так
нарядно одет. He has a karnikara flower over his ear. За ухом у него торчит карникара. He's decorated with the Vaijanti garland. На нем гирлянда Vaijanti. With the five colors of different colors of flowers. Пяти разновидностей, пяти видов цветов. And he's a Pitambara, his golden cloth is like lightning, shining like molten gold. Его золотая накидка выглядит как вспышка молнии. Ranran Venu Adarasuda, and he's taking his flute and filling the holes of the flute with the nectar of his lips. Кришна подносит флейту к устам и заполняет дырочки этой флейты нектаром своих уст. How do the gopis know that his lips have nectar? Откуда гопи знают, что в его устах кроется нектар? They accidentally revealed their. Они случайно тоже проговорились. Adarasuda Puram Gopavrinda, and he's surrounded by his friends who are glorifying him. Он окружён своими друзьями, которые прославляют его. And as he walks in the dust of Vrindavan, he leaves most beautiful auspicious footprints in the dust of Braja. Идя по полю Вриндавана, оставляет за собой удивительно красивые следы. So Srivas Thakur began to sing this verse. Шривас Такур пропел этот стих тут же. Vahapidam Natavara Vapuhu, how can Krishna be like a Natavara? Каким образом Кришна выглядит как танцор? Because what you compare something to is the superior to the thing which is being compared. Когда? But Krishna is superior to any Natavara. Метафорах надо сравнивать что-то с более красивым или что-то, что занимает более высокое положение. Но Кришна прекраснее любого танцора или любого актера. So Vapu. Va means Amrita. Vapu. Va значит Amrita. Is Amrita Beach. Amrita. Amrita Beach. That is the nectar of love. Это нектар любви. Pu means Pushnati. So Amrita Pushnati. That means Prema Rasa Pushnati. Vapu means Krishna's beautiful form and nourishes the nectar of prema. Пушнати, то есть это что прекрасная форма Кришны, она подпитывает нектар любви, насыщает его. Why? Because it's Natavara Vapuhu. Natavara Vapuhu. Nata and Vara, two things are there. Одновременно там и Ната, и Вара. Vara means a bridegroom. Вара это жених. So the heroine meets with the bridegroom. То есть героиня встречается с женихом. So Vara indicates Milan Sambhog meeting. Тут подразумевается свидание, встреча. And Nata means actor. Nata это актер. So actor you may see the actor on the stage, but you cannot go and interact with him. Актера видно на сцене, но к нему нельзя подходить и начинать вступать с ним в разговор. So that indicates separation. То есть это подразумевает разлуку. So Nata Vara Vapuhu means the beautiful form of Krishna nourishes the nectar of prema by arousing feelings of meeting and separation simultaneously. То есть Nata Vara Vapuhu, что это прекрасная форма Кришны, она насыщает эту любовь. Нектар любви, потому что одновременно гопи ассоциируют его с встречей и также с недоступностью, с чувством разлуки. Подпитывает и чувство встречи, и чувство разлуки в них одновременно. If you have some food, если у вас есть еда, then you have meeting with the food. То вы можете с ней встретиться. And if you don't have any food, а если у вас нет еды, then you have hunger. То у вас будет голод. Hmm? Because of separation. Потому что это разлука с едой. Right? The food is relishable if you have hunger. То есть еда кажется очень вкусной, если есть голод. So separation is like hunger. Поэтому разлука подобна голоду. So when Braj Gopis see Krishna, his beauty increases their separation even while they're meeting him. То есть когда гопи видят его Кришну, его форму, то это насыщает их разлуку даже при виде его. So they're relishing the delicious taste of his sweetness, but because seeing him is increasing their hunger, they're relishing more and more again and again, and there's no end to it. When you eat, your hunger goes away. But when you meet Krishna, then even meeting with him, the desire to meet with him is increasing at the same time. То есть его самоприсутствие, его красота даже все равно наводит их, создается ощущение разлуки в них. Поэтому это как ненасытный голод, сколько бы они его ни видели, сколько бы они ни были рядом, им все время мало и мало и мало. So, потому что обычно еда утоляет голод, а этот голод не проходит у них. Bahapi Damnata Varavapuhu indicates the immense anurag of Braj Gopis who was seeing Krishna.
but with ever increasing thirst to see him. Натапарава пуху тут подразумевается анурагу гопи, их ненасытность их любви, то есть сколько бы они его не видели, сколько бы они с ним не общались, им всегда мало. And seeing that beautiful form of Krishna, Randranvenu Adarasudaya, Krishna's filling the holes of his flutes with the nectar of his lips. И видя, как он наполняет дырочки флейты нектаром своих уст. You know what Venu is? Знаете, что такое Вену, флейта? Braj gopis are very religious. Braj gopi очень праведные и религиозные. But common people, it's the nature of common people. А по природе? That whatever the majority of people are saying, they go along with that. Люди идут с большинством. Обычные люди всегда следуют, ну как за толпой, то что вот все делают. People think that they think for themselves, but actually they just whatever what the majority of people are saying, they just go along with that. Для большинства людей им важно мнение общества, то есть то, что другие делают. Каждому кажется, что он индивидуален, решает за себя, но на самом деле это не так. Все идут за толпой. Hearing the sound of Krishna's flute. Where? So when the gopis hear the sound of Krishna's flute, когда гопи слышат звук флейты Кришны, then one gopi is saying to her Sakhi. Гопи говорит другой. Oh Sakhi, what shall I do? Что мне делать, Сакхи? Because she wants to. Krishna's leaving to the forest, but she wants to go to meet him. But everyone is watching. All her superiors are watching. Ей очень она понимает, что Кришна вот сейчас удалится в лесу. Ей хочется бежать за ним. А одновременно с этим она знает, что старшие наблюдают за всем, что она не может при других побежать за Кришной. So that gopi said, "Oh, Sakhi." И она спрашивает подругу, Сакхи. Lord Brahma, with four mouths, has spoken four Vedas, explaining the principles of Dharma. Господь Брама четырьмя ртами, четырех голов произнес четыре Веды, которые проповедуют религиозные принципы, пропагандируют. Но у флейты Кришны восемь ртов, и они призывают меня нарушить дарму. So how can I follow? Что мне делать? Я разрываюсь. If more people are speaking, then you have to go along with that. То есть большинство проголосовало, восемь ртов больше, чем четыре, надо слушаться их. Another gopi also is very tempted. Другая гопи тоже не может отказать себе в этом соблазне. She said, "Oh, Sakhi." Она говорит, Сакхи. I have heard in ancient times there was a very wicked king. Я слышала о том, что в древние времена жил один злодей царь. He was completely against dharma. Полностью нарушал дарму. He was very cruel. Был очень жестоким. Even when he was a little boy, playing, he used to kill his friends. Даже когда он был еще маленьким, он постоянно убивал друзей своих, с которыми он играл. And when he became king, he became a very powerful tyrant. Но когда он подрос, он вообще стал кровавым тираном. And people who were doing good, he would punish them. Who did dharma, he punished them. And who was doing adharma, he would reward them. Наказывал тех, кто поступал хорошо, а вознаграждал тех, кто нарушал законы дармы. So he was the embodiment of adharma. Он был сам олицетворением. And in the end, you know, this history is in Shrimad Bhagavatam. In the end, the Brahmanas, they couldn't tolerate, and by mantras they killed him. Эта история описана в Шримад Бхагаватам. К концу это уже стало невыносимо для брахманов. Просто мантра, они его убили. So who was that king? Кто был этот царь? You know, Vena. King Vena. So then that gopi said, "I think that adharmic, irreligious Vena has taken birth again." But because he's embarrassed that people may know about him, he changed his name from Vena to Venu. Мы подозреваем, что этот негодный царь Вена снова вернулся на землю, но так как ему очень стыдно за прошлые поступки, чтобы его не узнали, он сменил имя с Вена на Вену, и теперь он оказался в руках Кришны. But again, he's up to his tricks of spreading adharma. Но адхармой он не перестал заниматься, он продолжает свое дело. Oh, Sakhi, what will I do? Sakhi, что мне делать? So in this way, Shiva's Thakur spoke this beautiful verse of Srimad Bhagavatam, and all the nectar of the rasa of Braj Lila, how Krishna is going into the forest, and how Braj gopis are so attached, very thirsty to see him and desperate to meet with him. All the rasa of Braj Lila manifested there, hearing the sound of this verse. И когда по просьбе читания Махапрабху Шривас Такур произнес этот стих, тут же тут атмосфера насытилась вот этой расой Вриндавана, вот этой парахии, любовью Радхи Кришны и всех гопи, и вот этими чувствами гопи, как они не могут сопротивляться
вот этому влечению к Кришне. So why did Mahaprabhu tell Srivas Thakur to recite a verse? Почему Чайтанья Махапрабху попросил Шривас Такура произнести стих? He wanted to reveal the identity, the characteristics of Nitai. Он хотел, чтобы все преданные поняли, кто находится перед ними, кто этот Нитай. At once hearing this verse, Nityananda Prabhu began to roar. Услышав этот стих, Нитянанда Прабху зарычал тут же. He was jumping up and down. Стал подпрыгивать высоко. He was fainting in midair and crashing on the ground. Терял сознание и падал на землю без чувств. The devotees were afraid. They were praying, "Oh Krishna, Krishna, please save him. He'll become injured." Переживали за него и молились, Кришна, пожалуйста, защити его, чтобы он не ударился больно. He was dancing and running around in circles. Он стал гонять как волчок кругами, подпрыгивал, танцевал. No one could control him. Вообще неостановим был никто. And everyone was amazed seeing his uncontrollable ecstatic love. Вот от силы его эмоций все были очень ошеломлены, никто не мог его остановить. Finally, Chaitanya Mahaprabhu approached him. Сам Чайтанья Пандит approached him, and he fainted in the arms of Nimai Pandit. Nimai Pandit приблизился тогда к Нитянанде Прабху, и тот прямо упал в обморок в руки Чайтанья Махапрабху. And there he finally became peaceful. И умиротворенно лежал уже. And as the devotees were looking at Nityananda Prabhu lying in the arms of Nimai Pandit. И когда преданные всматривались в лицо Нитянанды Прабху, без чувств в руках Нимай Пандита, у них появилось откровение такое трансцендентное. One devotee said, "It looks like Lakshman unconscious in the arms of Lord Ram." Один преданный сказал, кажется, что это раненый Лакшман лежит без чувств в объятиях Рамы. In the battle for Lanka, Lakshman was shot by the Shaktishu weapon of Indrajit, and Lakshman was, they thought that he had passed away, and Lord Ram was holding his unconscious brother in his arms, and now devotees were seeing this before their eyes, because Ram and Lakshman are here in their original forms of Gaur Nitai. Во время битвы на Ланке Лакшман был ранен Индраджитом и лежал без чувств. Все думали, что он погиб. И Рама держал его в своих руках. И сейчас перед преданными предстала эта картина из Рама Лилы и ипостаси Гауранги и Нитянанды, как Рамы и Лакшмана. Gadadhara Pandit was weeping. Gadadhara Pandit просто рыдал. And being the incarnation of Radhika herself, most rasic. Будучи Радикой, самой расичной. Gadadhara Pandit said, "Oh, it's known that Lord Narayan is always reclining in the lap of Anantashesh, but today Anantashesh has given up his pride, and Anantashesh, his pride of being Das, and Anantashesh is reclining in the lap of Narayan. Has it ever been seen before?" Потрясающе, что мы сейчас наблюдаем, что Господь Нараян и Ананташеш поменялись ролями. Всегда Нараяна возлегает на кольцах Ананташеша, и сегодня Ананташеш избавился от своего абимана, того, что он даст слуга, и возлегает на Господе Нараяне. Oh, this is very, very rasapurna. Это расапурна, красиво. Why? Because the das, the servant, has abhiman. I serve my master should not serve me. У слуги всегда есть четкий абиман. Я слуга, я служу своему хозяину. Я никакого служения не приму от хозяина. But in Braja, there's no pure dasa. Нет чистой даси, даси расы. It is always mixed with sakya or vatsalya, and especially madhurya. В Браже нет чистой даси, она всегда присутствует с примесью сакьи, ватсали или мадури. So the gopis, even though ханата рамана преста kasi kasi mahabuja dasya stay kripanayare sakhe dasya sani Radharani, she thinks I am just dasi, the maid servant of Krishna. Radhika считает себя служанкой Шри Кришны, все гопис считают себя служанками. But to be a servant means to give happiness to your master. Быть служанкой выражается в том, что доставлять удовольствие своему господину. So because Krishna, he gets happiness from serving the gopis. The gopis serve Krishna by giving the happiness of telling Krishna to serve them. Но так как Кришна получает высочайшее удовольствие от возможности служить гопи, то гопи и поэтому и задействует его в служении себе, чтобы таким образом, лучшим образом услужить ему. Guru Yadunandana Chandana Shishitatvena Karena Prayogare. Radhika can tell Krishna, "Oh Krishna, you messed up all my
Shringar and Abharana. So you should decorate me, paint my feet. And Krishna is very happy to decorate the feet of Radhika with lakh. Krishna, что ты наделал? Что ты натворил с моей косметикой, с моими украшениями? Давай восстанавливай порядок. Укрась мои стопы. Krishna, счастье это сделать. So in this way, devotees, according to their bhavs, were relishing different visions, seeing Nityananda Prabhu unconscious in the lap of Gauranga. И в соответствии со своей индивидуальной бхавой, преданные все вкушали вот эту нектар этой сцены, того, как Нитянанда Прабху лежал на коленях у Нимай Пандита. Махапрабху told Шривастакур, more verses. Нимай Пандит, Читания Махапрабху сказал Шривастакуру, еще стихи. So he began to sing more verses of Shrimad Bhagavatam, Nityananda Prabhu came back into external. Пропел еще стихи Шримад Бхагаватам, Нитянанда Прабху пришел в себя. And all the devotees engaged in ecstatic Харинам Санкиртан. Начался экстатичный харинам санкиртан. Relishing the nectar of Брадж-лила. Преданные вкушали нектар Брадж-лилы. Чайтанья Махапрабху said to Нитай. Чайтанья Махапрабху сказал Нитаю. Today I've become most fortunate. Сегодня я стал самым удачливым. Because today with my eyes I have seen you, the embodiment of bhakti yoga, which is the essence of all the Vedas. Сегодня я стал самым счастливым, потому что я узрел тебя, олицетворение бхакти йоги, которое является эссенцией всех вед. In this way, Nimai Pandit was glorifying Nityananda. Nimai Pandit прославлял Нитянанду. And Nityananda Prabhu said to Nimai Pandit. А Нитянанда Прабху ответил Nimai Panditу. I was searching everywhere looking for you. Я повсюду разыскивал тебя. I went to Braj. Я искал тебя во Брадже. I went to so many temples. Я был в стольких храмах. But in every temple, I saw that the Singhasan, the altar of the Lord, was empty. No one was standing there. Но в каждом храме, в который я заходил, я видел, что Симхасана, сиденье Господа пусто, что нет там тебя. And I cried, "Where is my Lord? Where is my Lord?" Я рыдал повсюду, разыскивая тебя, моего повелителя. So some travelers told me. Oh, the Supreme Lord has appeared in Navadvip. Я повстречал паломников, которые поведали мне, что Верховный Господь явился в Навадвипе. Nityananda Prabhu, he was speaking like a child, he said. И как маленький ребенок Нитянанда Прабху говорил. Upon hearing this, the Supreme Lord has appeared in Navadvip. This fallen person came here to become purified by his association. Узнав от паломников, что Верховный Господь явился в Навадвипу, эта падшая душа примчалась сюда принять прибежище у Господа. And Горанита embraced each other. Горанита и Нитай зажали друг друга в объятиях. Горанита told Nityananda Prabhu, you should stay in the house of this Brahmin, and he gave Nityananda Prabhu to Shrivas Thakur. And Nityananda Prabhu was staying with him, so just now we'll go to the birthplace of Mahaprabhu, and then to the house of Shrivas Thakur where Nityananda Prabhu stayed. И затем Чайтанья Махапрабху представил Нитянанду Прабху Шривас Такуру и сказал, ты должен жить в доме этого Брахмана. И сейчас мы отправимся к месту рождения Чайтанья Махапрабху, и затем Шривас Ангам, в дом Шривас Такура. There were many more pastimes here. But we have to keep moving, so we'll explain more pastimes of Nandanacharya Bhavan in the evening class. Please come at 4:30. Тут происходило множество лил, и об этих лилах мы узнаем позже сегодня во время вечерней программы. А сейчас нам надо продолжать наше трансцендентное путешествие дальше. All devotees, give pranam here. Поклонитесь. Roll in the dust of the lotus feet of Gornitai. Соберите пыль с лотосных стоп Горнитая. Give some pranami. Оставьте пранами для служения. For the service of Gornitai here in Nandanacharya Bhavan. In every place, please give some. В каждом месте оставляйте понемножку пранами. В каждом храме что-то оставляйте. Go, Premanande!